Лайт респект, с вами Димпект, и это Звездные войны, выживший джедай. Так, ну ладно, пойдемте дальше. Мы поселились на Хоба. Так, Рава понравилось это. Come on, это... Нам, у нас долгий путь. Идем. О. Окей, хорошо. Грейз на этой стороне или нет? Би. О. That is one big beast. Это один большой, одно большое животное. Now let's reach it. А мне юкалымне, как далеко. Ладно, идем. Я сюда вообще иду или нет? Вроде бы да. Лифт. Last time I saw a Lucre Hulk was Braca. Последний раз, я видел Лукру и Брака, это было очень давно. Хотелось бы увидеть их сейчас. Идем, нам нужно починить богомола. Так, отдохнем. Ну пока что лиф. Уходим. Let's take a look. Doesn't look like this gate is working. Осмотрись. Так, сюда мне нельзя, значит, да? Так, куда можно? Давай туда. О, его, я вижу, сюда можно. Привет. Ты не агрессивный? Ну, молодец. Ты что, рустит? Так, я, кажется, вижу, что можно сделать. Ну или нет. Так. Тогда что-то идей нету. Мне же туда надо. А, вижу. Дроиды? Кто-нибудь стреляйте по нему. О, дроиды! Секунду. Вы дроиды. Что не нашел? Как я вас давно не видел. Ну дайте снова, ладно, ударю. Так, это странно. Какие-то бедламские рейдеры. Так, ну окей, идем дальше, но... Приятно было увидеть дроидов. Скан. Ух, что это? Ты еще что на хрень такая? Посмотри на эту штуку. Грис выбрал интересное место, чтобы жить. Куда я могу? Туда можно, в принципе. А как там упасть? Нет! Так, ну я вижу только одно место, куда можно залезть, это вот сюда. Но как-то упасть? Я не понимаю.
Не так точно. Ладно. А что если... Так, окей. Посмотри на это. Эй, я забыл, как много они говорят. Так, ладно, идем сюда. Хоп, 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 хоп. Какого? Блин, я надеюсь, что в этой игре будет еще какие-то планеты. Было бы путешествовать. О, и вы тут. Так, я думаю, они кому-то подчиняются, новому мастеру. Так. Ну, не сюда вроде бы. Ух. Ау, что это? А, мы тонем, надо двигаться. Секунду. Аккуратно. Нет! Okay. So they explode. Good to know. Так, ну, окей, это значит живая скрин. И что с этим можно сделать? А, понял. А, и вот, секунду, а туда как... Ладно. Я ожидал кое-что другое, но, допустим. О! Привет. Это стоял корабль? Расскажи мне об этом. Надеюсь, мы сможем помочь тебе. Что? А, ну я это не подниму, ты уж извини. До свидания. Да прикольно, тут, кажется, стала появляться жизнь. Помимо противников. О-о-о, это интересно. Ну давайте-ка вот так пока. О, я вижу чекпоинт. И сундук. И не понимаю, как... А, нет, вижу. Эй, говнюк. Так, кажется, эта фигня недружелюбная. Оп, 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 оп. Это было больно. Готово. Чекпоинт. Секунду. Эти да не убили бы его. I need to clear my mind. Мне нужно очистить свой разум. О-хо-хо-хо-хо, скиллы. Fast travel? Офигеть! Тут есть fast travel? Вау! Они наконец-то сделали fast travel! Прикольно. Сейчас еще у нас есть. Да, вот это.
и отдых не надо. Все, спасибо. We just need to find a way through here. Grease is gonna be surprised to see us, huh? Так, думаю, Грис будет удивлен увидеть нас. Ух ты ж, ё. Да мне очень нравится, что можете делать и два клинка. Мне это очень хватало в первой части. Можно было использовать только одну способность. Но не всегда была удобная. Хорошая работа. А сейчас можно просто взять два меча и пицца, и мне это капец удобно. Шо нафиг? О, это фига было. Что у нас тут? Светлые металлы. Ну, мне сюда выдаю. Ну, типа как сюда. Так, с той хрень, я пока биться не хочу. Да и не надо мне, в принципе. Так, я помню, что с такой хренью делать. О, я вижу. Ну, в принципе, я могу туда дойти. Там есть противники. Но надо ли мне туда? Find something, buddy. Давай чек. О, секунду, это обычный человек? О, я надеюсь, ты в порядке? Кто ты? Все нормально, мы друзья. Что случилось? Нас атаковали рейдеры, мы убежали. Я не знаю, где остальные. Давай. Что ты делаешь здесь? Пытаешься сделать жизнь. Но просто такое. Если потом эти рейдеры и жуки, здесь очень опасно. Тебе лучше уходить. Я думаю. Так. С ним болтал, не знаю для чего. О! А! Ты сволочь! Так, беги. Тебе только эта голова появилась, если не ошибаюсь. Блин. Не, ну такой себе. Пока что я тебе ставлю есть. Титовый меч. А, у меня что-то такое появилось. Понял. Прикольно. Ну, в принципе, мне сюда не надо было. Мне туда надо. Может быть. This is really not pleasant. Ну окей, давай так. Пожалуйста, дайте мне уйти. Я не хочу. Что ты слышишь это? Сделай. Нихрена. Another one down. Gravis will wanna know. Roger, Roger. Things weren't this easy in the war. Ау! The weak. A wound is just a wound. Да?
наверное, это было. That's so much better. Так намного лучше. Тихо. Ты! Я был! Убей его. О, я вспомнил. Что нафиг? А, ты жив еще? Командный дроид. Я не скучал по ним. Точнее, ты дроид команду. Эй, ты еще что? Сундук. Some kind of rare mineral, I guess. Так, какой-то редкий минерал, я думаю. It's beautiful. Да, это красиво. А, понял. Секунду, это же сундук. This terminal will have to wait. Так, ладно. Блин, цветов стало прям у своего меча прям, ой, реально очень много. Тебе можешь даже зеленый его сделать. Это прикольно. Кастомизация очень сильно увеличилась. Сундук. А, и это не могу открыть. А, ты тут? Извини. Я тебя убью, ладно? Мне нужна помощь. That did the trick. Hey, what have you found? Что-то нашел? You wanna press it, right? Хочешь это сломать, да? А, че нажать? Ну и нафига ты это сделал? А, все понял. Окей, так и нам нужно найти это место. А, ты... Иди нафиг. Я понял. Иди сюда. Блин, нет, не получилось. Иди сюда. Да, молодец. Блин, не долетел. Gotta get past this tar. That dam give you any ideas, BD? О! Он дал мне пятюлю. Идем. Идем. Нет, я не то сделал. А, ты... Ты жив? Блин. Я вышел, он стрелется у меня прямо в руке. Ладно, еще раз. И сюда.
ну окей, отлично. Здесь, сюда. Здесь что-то есть. Надо двигаться. Ну почти тут. Оно меня тянет вниз. А, и а. Чё? А может мне сюда не надо было, собственно. Мне кажется, сюда надо было, блин. А это пошел зачем? Ух ты ж, ё! Привет! Какая ты большая хрень. Беди. Беди. Беди, Уан! Беди! Ты на... У тебя в порядке? Хватай его! Так, я тебе уже и говорю, что нужно быть аккуратнее с такими. Идем. Так. Дайте тьме. Предположу, что сюда. Да, сюда. Тихо. Ладно. О, сундук. А там был чекпоинт. А, вижу. Иди нафиг от меня. А, ну в принципе я могу увидеть, бегать там. Сундук. Вижу. Так, вижу. Is that? Это оно? Boglings. Boglings. Так, как это не было на Багана? Что это такое? Ты думаешь, сможешь сделать это, Биди? Окей, ползем. Чекпоинт. Фух. Отдохнем. Ну окей, идем. Not a bad change of scenery. Reese's place should be around here somewhere. Так, место должно быть где-то здесь. Yeah. Да. Посмотри на это. Quite the view, ain't it? Красивый вид, да?
Это твой корабль упал? А, да, небольшие технические проблемы. Атаковали все. Ну, ты в порядке? Надеюсь, ты в порядке? Сэмми, смотрю на своего старого друга, Гриза Гиртуса. Гриз? О, я, конечно, его знаю. Я иду в город. Мое имя Мози. Я Кал. Это BD-1. Вот, это такой милый маленький дроид. Приятно видеть дружелюбное лицо. Так, идем, нам нужно сюда. Там чисто. А, и скажи привет Дома Денджера, если ты будешь в городе. Мы поняли. Спасибо, Мози. А, вон она, кстати. О, Тан-Тан. Так, ладно, идем. Нет, иди нафиг, пожалуйста. Так, я вижу сохранение. Одно то... Раз, два и три. Ну то, что тебе появились быстрые перемещения, это замечательно. Тогда идите сохраниться, пожалуйста. А куда нас не надо будет идти вообще? А, понятно. Ну я туда и иду, в принципе. Куча тантанов. Секунду, я слышу, что вроде бы как, а тут можно будет приучать животных и кататься на них. Может быть, и может быть. Это действительно так. Focus. Нет, не могу. Ладно. Не ори на меня. Так, и что у нас тут? Я же для чего-то сюда поднялся? Там есть пещера. Ладно, я думаю, пока стоит идти чисто к Гризу. Хотя, этот сундук там стоит. Похоже на то. Ладно, от одного сундука хуже не станет. Это не сундук был. Ладно, тогда ухожу. Мы сделали это. Было бы хорошо видеть Гриза снова. После столького времени. Эй, это что у нас? Почему спрашиваешь меня об этом? Эй, я не знаю ничего такого, как я. Кидо! Что ты говоришь? Я говорю, что это встреча здесь, так. И это не выглядит так плохо. Блин, если в игре будет гида, это же было офигенно. Нет, подожди, это все. Лягуху не тронь.
Дай ему уйти. Это... мы не можем сделать. Это вещь. Это реликвия. Это ключ, который мы нашли. Хорошо, конечно. Это подделка. Хорошо, ты реально веришь. Рэвис. Ладно. Я верю тебе. Но ошибки никогда и не будут прощены. Если ему играть учиться, то бедламскими райдерами. Убей его. Нет, нет, нет. О! Так, ну... Нет. Уходи. Так ощущение, как будто это будет злодей. Джедай. Вспомни нашего друга. А когда он будет ми? Они будут умереть. Воу-воу-воу, нифига у тебя какая штука. Не здесь, не сейчас. Я очень быстрый. Так и стоит не дать. Ты не можешь ударить меня. Тихо. Очень долго, джедай. Не то, не то кнопку нажал. Нет. Ну и в принципе все. Отлично. Сейчас, когда будем биться, ты видишь что ли? What a delight to see one of your kind in action. А что здесь будет одно из твоих действий за все эти годы? Новый рыцарь джедая. Если я буду в твоих руках, то мы перейдем в это место. Увидимся. Это он дома? Это он, кто остановил бедламских хейдеров? Все хорошо. Торгл, иди сюда. А, да. Ты дома? Да, это я. А как твое имя, джедай? Я Кал. Это Биди один. Энд, и сейчас мы будем в спокойствии. А мы здесь уже долгое время. И выживаем здесь сразу. Нам не нужно ничего делать, просто делать. Эй, ну ты сделал, да, ты сделал. Мы сохраним твой секрет, Кал. Спасибо.
Так, ладно, я думаю, пока что стоит нам на этом закончить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!